Потренируйтесь, пока есть время. Мы скоро отправляемся. Ваша броня высаживается противник. Следите за небом. Я тебя подлатала. В нашем районе высаживается противник. Следите за небом. Идите на кухню. Да, да, что там? Ко мне не приходите, ладно? Кто, коты? В вашем районе высаживается противник. Следите за небом. Подготовка окончена. Пора отправляться в район операции. Королевская битва. Выберите точку высадки для союзников. К вашей позиции приближается газ. По-моему, вам пора бежать. Транспорт с деньгами на подходе. Перехватите его и заберите груз. Контракт, мародер. Выдвигаемся. Блять, почти убил. Цели подтверждены. Уничтожьте их. Захватите ящик снабжения. Цели обнаружены. Следуйте в новую точку. Бля, меня бесит то, что он, короче, он берет автомат и начинает и смотрит, блядь, в этот самый. В обойму, блядь, его одевает его или не одевает. У меня тоже взял, обойму посмотрел, одел там два часа, подумал, блядь. Блядь, пиздец, да, что, блядь, что смотреть в эту обойму, что там, блядь? Если там патроны, блядь, это бред, ну. Я понимаю, если бы некоторые обоймы были без патронов, типа есть разница посмотреть, чтобы реально были там. А то, блядь, если они все с патронами, хули заглядывают туда. Я хуй. Реализм. Реализм, да. Да. Газ движется. Какая шляпа здесь есть? Отметил вам снайперку. Мы очень будем друг другу далеко, как мне кажется. Бля, я хоть разочек с РПГ смолю, бля, я же не знаю, как она летает тут. А, достаточно точно. А мы что так далеко друг от друга? Контракт выполнен. Все ящики снабжения найдены. Пушки. Союзник начал кластерную бомбардировку. Пизда ему. Нет, успел. Сука. У меня люди. Че, пойдем? Да, пошли. Где они? Тут? Где-то в доме, да. Я четверо, да. Противник рядом с вами.
блядь, дайте оружие, падлы. Вот он. Противник близко. Разбитый, нокнутый. Тяжелый, да. Где чат сам? Может, стелс пинает. Ай, сзади, сзади, Лиза! Пистолетом кто-то. Блин, да кто? Нокнул. Умрите уже. Я убил его. Осторожней! Да, отлично. Там еще есть у меня, да? Не знаю, один был, по-моему. Отмечаю пункт маршрута. Поднимитесь. Я здесь. У него там броня есть. Блядь, еще раз говорю, еще же один у меня тут, блядь. Уходи, 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 уходи. Так уходит. Он будет еще бежать за мной. Где он? Внутри, на авангаре? Вот здесь, вот, вот. Врубаю в контакт. Тачка едет. Ой-ой-ой, патроны падают на пушке. Навесиком надо стрелять. Он один? Тяжелый. Да. Не вижу, куда он ушел. Убил одного. Заберите боевую гранату. Ой, что это за звуки? Вот он здесь, на втором этаже. Атакую стрелка! Блядь. Готов, ну. Будешь на меня еще выебывать. О, еще один. На поле? Отлично. Нокнутый. Есть Патрик. А там еще один есть. Команда уничтожена. Патрики, туда надо идти, брат, где Леха его забирал. Я ноль. У меня есть, но у меня пушки такое говно. Ой, кто-то стреляет. По мне стреляют. Не только. Откуда? Снайперы, блядь. Снайперы какие-то. А вот где-то вот здесь, наверное. Опа. Приворучие, блядь. Маршрута. Ну, так-то да. О, пушка нормальная. Заберите броню. Тут патроны там есть нормальные, патроны. Чё за тип пулемет? Нормальный он, нет? Да. Это еще один. Самолет сверху летит. Че, он приземлился, что ли? У меня здесь дробовик. Без брони, без брони. Всё. Кто забрал? Ну нахера он приземлялся? Он ехал. Знаешь, что-то, блядь, убедили по жизни. Приближается. Блин, газ. Опять СТГ. Обозначена новая безопасная зона. Вам отправлена посылка с комплектом. Один. Наблюдаю посылку. Блядь, мне надо патроны. Посылка с комплектом, кстати, упала, можно свою? А, вы уже пошли. Блин, ну пипец, ну чё за бред, а? Чёрное пятно у меня, блядь. У нас есть БПЛА! Найдите! У нас люди есть сзади, на сине-фиолетовой, да. По речке двигаются. Угу. Но он почему-то от зоны бежит. Он токсикоман, любит газ. У него одно хп. Ух, с ним оставлю, блядь, гранатомет. Но он уже с комплектом. Он своим бежит. А дайте метку. Он по речке, вот он, фиолетовый. Открываю, вот здесь. Идите в указанный по их следам. Всё. Блядь, вот. Я его в зону, всю броню снял. Там еще челики идут. Ну так вот надо где-то в зоне ждать. Отмечаю. Тём, уходи. Тём, я просто забрал его пушку, потому что у меня мой СТГ был черным пятном на мониторе. Патронов вообще нема.
Возможно, мою СТГшку взять. Штурмовая винтовка. Он бегут. Далеко-далеко. Я выберу цель. Трое. Встретим их? Встретить, да. Сейчас встретим. Сюда прям бегут. БПЛА. Тогда вот здесь прям мы сидим, встречаем их. Координаты приняты. Так, кому патроны? Я скину. Иди всем сюда. Иди к нам. Кому стреляете? Давай, скидывай. Никого не стреляем. Нет, пока. Спуститесь вниз, там не палите так. Координаты приняты. Тут патроны. Ой, хорош. Нашел средний калибр. Сзади бы еще никто не забрал. Где идут, я не вижу. И уже пропали. За дома, наверное, зашли. Здесь? Отмечаю пункт. Возможно, да. Отмена. Б поможет темно купить. Вон, вон, вот они прыгают. Контакт, угу. Вроде не наш. Пойдем на магазин купим. Опа. Давайте. Да, я сейчас заигрываю и выхожу. Вот, правда, бежит. Вступаю в контакт. А, стоит, смотрит. Обратно побежал. Противник близко. Он еще бежит. Контакт, отвечаю наш, мой путь. Нокнул. Отмечаю пункт маршрута. Бэпку не брали? Вызываю авиаудар! Как я тебе сказал, бэпку, блин. Вот один тут ползет. Денег вон, блин, у Лизы. Тяжелый. Обозначена новая безопасная зона. Цель накрыта. Идет распродажа. Станции покупок снизили цены. Здесь торговец. Всех закрыли. Саморезки, да. Ребят, давайте. Где, где? Купить надо. Бля, снайпер, вот. Снайпер где-то с твоей стороны, Тём. Где-то возле тебя. У нас есть БПЛА. Вон, да, светятся. Найдите их. Где? Отметь. Светятся, светятся. Ну, ну видно же на карте. На карте. А, вон, вижу. Сборный пункт указан. Ёпарасете, всё мимо. Вниз побежал направо от тебя. Тёма, где-то за камнем он там. Здесь противник. Отмечаю точку сбора. А не, вон он торчит. Координаты приняты. Все. Отлично. Пошли в зону, ребят. Все, надо идти, да. Газ уже рядом с вами. Блядь. Через эту, через зону. Через надо взять бэпку. Возьми вот эту по дороге. Нашел контракт, корону, блин. Да, на тачке. Это не корона. Да не, пешком, наверное, дойдем. Хотя цель обнаружена. Не дойдем. Устраните ее. Где магазин? Где магазин? Где магазин? Он вверху или внизу? Внизу. Ну, смотрите, там уже идет газ. Я сяду за руль. Сейчас пристегнусь. Тёма. Сейчас еще оглушит. Тём, ну и, блядь. Встань, садитесь. А кто меня застанет? Я уже убежал вообще. А кто меня застанет? Тём, да никто. А, я сам себя. Сейчас нас, блядь, убьют, пока мы тут это. Я тоже прокачусь. Это игра же выдает удары. Я, в принципе, пешком добежал. У нас слева воюют чуть-чуть, и справа корона бежит. У них работает БПЛА. Ну, я у них работает БПЛА. Налево пойдем или направо? Будьте бдительны. Просто пойдем выше, наверное. Ну, я думаю, прямо, да. Магазин по пути. У нас есть БПЛА. Найдите их всех. Вот с патронами, конечно, постоянно проблема. Ящик патронов. Я понял, да. Я просто решил, что патронов может быть там залило за счет того, что фару туда била. Мне хватит там? Сколько? 5 стоит? 900. А, распродажа. А я там трём подъезд взорвали, вот. Давай левее. Здесь наша часть. Отмечаю станцию, отмечаю пункт маршрута. А, ну дальше, да, там же нужно будет разбирать, там бампер, всю эту хрень, я пока...
Левее водопад где? Да. А вы можете подловить? На дом туда? Патроны для дробовика. Возможно, в доме кто-то есть. Газ рядом. Мои метки есть. Безопасная зона сместилась. Распродажа окончена. Цены стали прежними. Мои метки один. У нас ящик какой-то падает рядом. Давай заберем. Наблюдаю посылку. У нас есть БПЛА. Найдите. Вот, сзади идут, деле. Сзади идут, по горке поднимаются. Чудесно. Понял, принял. А, нет, это на парашюте. Вы высоко летит, типа? А, да, это на парашюте кто-то летит. А что он так летит, блядь, долго? Не знаю, куда-то влево полетел. А вот он падает. Пехота противника. Фиолет на моей теле. Угу, ну упал. Заберем? Да. Двое на магазине, ребят. Ну это выкупали там, наверное, они там все и это. Да. Давай на границе зоны, да. Когда в гору пойдут. Вон, они уже идут. Надо валить. Вон, летит еще один. Бомбовый удар, аккуратно. Ну. Где там еще кто-нибудь? За камнем там есть, да? Вот затем. Пункт назначения да, здесь. В этой области. А вот еще один выбежал. Из дома выбежал. Зеленый. Бочки. Блять, он через камни не стреляет с собаками. Готов. Блин, пулемет такой крутой у этого типа. Я хочу такой пулемет. Че, все, мы их развалили? Никого нет больше? Получается, да. Еще стреляет, видите, вот там. Надо нам вверх подниматься. Как-то. Станцию покупок. Да, ну вот я уже. По дороге. Блять, что такая кривая. Вау, тут у меня чел. Идем. Нокнул. Убил. А ты еще выше пошел, получается, мы по дороге бежим. У нас есть БПЛА! Найдите их всех! Вот так остались. Сзади вот еще пачка большая, кстати. Один всех выкупил опять. Вот здесь летит. Идите в указанный пункт. Блять, непонятно нихуя. Блин, тут вообще какая-то кривая. А-а-а! Чуть вниз не улетел. Цель лучшая! Блять, ты будешь попадать, нет? Так, все, у меня патроны все последние достреляю. Там газ их за. А, вон, бежит. Вот бежит. Тяжелый. Еще бежит, еще. Облако газа расширяется. Безопасная зона теперь в другом месте. Броню снял. Сзади у меня. А сзади-то как появился. Патроны скинул, кому надо. Хороший выстрел. Зона идет. Зона пойдет. Газ движется. Че, брони нет, Лиз? У меня ящик с броней. Ящик есть тоже у меня. Нормально. Что-то патроны сломал. Ой, ящик не открывается, прикиньте. Гудит и не открывается. Да. Бак. Че, вы там не всех забрали? Ну, двоих забрали, а... Может, еще кто-то есть. Зона еще большая, так. Надо ждать здесь, наверное, на пригорке. Мало ли кто спустится еще. Один сольник спустился под мост сюда. Идите в указанный пункт. Прям совсем один был. Так, вы сюда смотрите. Надо назад смотреть еще. Мало ли. Я смотрю, нету. Через арку еще может забежать сейчас. Вон он. Зашел в дом. Вроде не наш. Вышел. Бежит по полю. Работаю по цели. Еще ниже один. Работаю по цели. Тяжелый. Нет, куда? А он газ. Вот бы выбежал из дома. Я выберу цель. Тяжелый здесь. Тяжелый. Но, еще один. Еще один бежит. Поднялся. Кто убил его? Блин, все, опять патроны кончаются. Нет, патроны, да, надо, блядь. Зона, погнали. Спускаемся потихонечку так.
А что, вот здесь? Давайте спускаться вот здесь, где я. Где я, где я, где я, где я, ребят? Да у нас нормально. А, ящик не открывается, понял, да. Ну, заглюченный. А куда ты там? Где ты там? Вот здесь я. Отметил вам точку. Не, не важно. Просто все сверху видно, и тут магазин есть, который можно прикрыть. Ну да. Давай в магазин не попробуем. Есть, есть. Отметил вам точку. Без брони. Там кто-то выкупил кого-то. Это он. А, блядь. Посылка с комплектом уже в пути. Я за патронами пошел. Противник начинает высадку. Высадка на противника. Там еще раз выкупили кого-то, да? Во, летит. Отлично. Да, блядь, почему меня убийство не засчитывает? Да, блин, да, у меня вот в прошлый раз такая катка была, отвечаю. Я да кто последний, короче, пулю, тут бред сделан, да. Еще, а. Двигаемся. Патроны скинули? Я тоже теперь. Да. Кто-нибудь, заберите. Ой, блядь. У меня броня целая. Дайте я возьму кластерку, пусть будет. Да, сейчас уже, блядь. У меня авиаудар есть, если что. Ничего уже не нужно будет. Тоже точку возьму. Бэпку не хватает на бэпку. Так, вместе держим. У меня есть на бэпку. Я могу скинуть на бэпку. Мы ждем зону, да? Фишка, не надо там. У меня броня взята. Бэпку, скинь денег, посол. 5 команд осталось. На. Эй, это уйди оттуда! Я скину по тебе. Обнаружены деньги. Сюда идите. Бабку заберите. Союзник начал кластерную бомбардировку. Ой, ебать. Не волнуйся, о, я здесь. Отмечаю пункт маршрута. Это Феникс 3, захожу на цель. Ну чё, я же туда попал, что за бред? Давайте туда к Лёхе, давайте к Лёхе, давайте к Лёхе, ребят. Противник жив, он бежит. Противник жив. У комплекта. Идите в указанный пункт. Нокнул. Блядь, что такое-то? Перестала убивать пушка. Всё, съел. Блин, давайте верхушку как-то проконтролируем, я не знаю. Наносит точечный... Облако газа флаг расширяется. Флаг есть. Есть. К камню надо бежать, давайте к камню. Вот сюда. Пункт назначения здесь. Слева бегут еще. У нас верхушка. Где верхушка? Метку дайте, где бегут. Вот здесь вот бегут. Там. Вон там еще один. Вот там, внизу, внизу, за бугуром. Ну мы как бы в зоне здесь, наверху. Я просто держу крышу, но вверх. А, нет, поднялись что-то. Помогайте, помогайте, у меня ой, здесь тяжело. Здесь стреляют. Я нокнул. Блять, меня тоже нокнули. Сейчас я поднимусь. Давай, поднимайся, Рич. Поднялся. Осталось 10 игроков. Все, хорош. Куда не вставляю. Работаю по цели. Сейчас я их оглушу. Вон еще бежит. Сзади? Да, ушел. Да, вот здесь все. Нокнул тебе, а вот он. Контакт. Вроде не надо. Указанный пункт. Впереди, впереди. Да блять, патроны кончились. Еще двое. У меня патроны есть. Осталось. Ко мне идите. Один остался, чел, вон он бегает. За деревом. Все, готов. Хорош. Второй раз подряд буквально. Буквально? Да, я как раз занимался своими делами, еду четко, спокойным душой. Да. Давай, фотку нахуй. О, это... Я делаю. Белый. Владу. Владу, ну. Да ушел. Слушай, нормально настреляли еще народу. Я хрен знает, я столько на урона там нанес, а... У меня мало. У меня много урона, но я в киллов мало. У меня 2500 урона, бля, 6 киллов. А как вы смотрите? Сейчас нельзя же смотреть. Почему? Можно? Опции нажимаешь. Options нажмешь, смотришь. А, options. 3, блядь. 1900 урона. А, ну 5 киллов. Урона у меня. Больше. Да я, блядь, ППШ хороший. О, подобрал. Он зарешал. Сейчас, блядь. Позиция это очень хорошая была. Да? Да, я ухожу, ребятки. Давай, пока. Давай, спасибо за игру. Я вечерком, может, зайду, если получится. Хорошо,
днём. Почти. Давай, тебе тоже. У меня что, первая сразу катка так удачно. А сейчас еще одну сыграю и поеду тоже. Не, на часок заходил. Так. Что-то... Я тоже одну последнюю. Давай. Там где-то есть еще люди, я знаю. Я верю, да. Позиция хорошая, когда наверху. Ну, из этих гор, конечно, блядь. Ну, вообще... а то-то получается, да, что пока опа, не поднимается. Опа, лобби закрыто. Что это такое? А что случилось? Лобби. Лидер команды включил кроссплатформенную игру. А давай заново. Нет, а я не лидер. Почему ты я не дальше? Все нормально. Возвращайся. Ну, давай это, от меня и заново, там мало ли. Давай, давай, все нормально. Выходим. Я что-то пишу. Заходи, мы тут, мы ждем тебя. Угу. А по приглосу заходи. Захожу. Да, я зашел. Два топчика за день неплохо. Покорми. Что так смешно? Патроны, патроны. Вообще пипец, не хватало патронов дико. Ну я в конце говорю, я там купил тоже. Тут надо вообще ящик покупать. Да. Урон такое чувство, что, бля, как горохом стреляешь. Ну да, столько надо на патронов 25, чтобы убить, наверное, издалека так 30. Но... Чтобы положить только, а еще добить надо. Да, добивает тоже что-то, блядь, не быстро. Еще я тут, блядь, наверное, за эти там сколько, 3 или 4 дня, что играем, я, наверное, уже киллов, наверное, 10 сделал. За счет C4, когда просто чуваки едут либо в гору, либо с горки, их видно на карте, они не видят тебя из-за вот этих холмов, просто кидаешь стишку и все. А этой нету активки. Я вчера всю ночь на работе ролик видел, чувак там на самолете просто унижал всех. Ну он всех видит, короче, летает и расстреливает. Но. Вверх, вниз, там 25 киллов что ли он нахерачил. Просто на самолете один раз полетал. Все, кто летает там. На парашютах прыгают, тоже там сбивают. Ну сейчас уже это пофиксили. Сейчас нельзя так. Именно кто в воздухе. Там, короче, аймбот. Ты просто летишь, стреляешь, и пультики сами приклеиваются. Попадают, да. А, ну, вот они как раз посмотрели, что все в воздухе пока. Ну, кто-то прыгает на самолет с самым первым делом. И ага. Пока еще все летят на карте, еще не высадились, он их это косит. Они это, короче, это пофиксили вчера. Но если ты на земле бежишь и по тебе стреляют, он также, короче, приклеивается. Все так же имба. Там надо настройки поменять для него. Инверсировать управление. А где это сделать, интересно? Нигде, да? Про
Проверьте снаряжение и оружие. Скоро в бой. Заводим самолет. Я отвечаю за этот борт. Я прорвусь. Не получилось. Я привык, что на самолете надо вниз это вверх, а вверх это вниз. Блин, пипец. А тут надо или менять. А здесь как? А здесь просто обычно, если вверх хочешь. То вверх, да? Да. Неудобно. Надо, кстати, игры кончились. Ожидайте отправки в район. Инверсия. А тут нельзя что ли сделать? Только просто инверсия. Тут походу нельзя транспорт менять. Настройки. Давай так же упадем. Сборный пункт Сугада. Вот сюда западали. Скажи, что там. Королевская битва. Координаты приняты. Выберите точку высадки для союзников. Внимание, приближается газ. Пройдите в безопасную зону. Встречайте ящик с деньгами. Только не тратьте все сразу. Да Никита, блядь. Да все, мне посрать, что она там решила. Показывай, типа, 2000 лететь, потом бахнуть, что становится. В будку в эту, что ли? Тут, кстати, урон от падений не такой, как должен быть. В атаку! Готов. Куда он убежал? Тут с гораздо большей высоты можно упасть, и ничего не будет, чем Верданский. Рассмотри, может быть, у тебя Лиза. Кого? Челик. Где-то стреляет, чисто. А где? А это непонятно, что это самолеты, наверное, стреляют. Я челик увидел. Наверху вот еще двое бегают. На крыше или где? Нет, внутри вот он. Вот, подметил. Перебегает по центру. Аккуратнее. Обратно убежал. Вот там вот здание. Залезу, пока они выбегают. Убежал в дальний конец здания. За самолетом там где-то в углу. Вот он. Бля. Четыре сторон. Ну кто зашли? Ну я одного положил, но его поднимут. Это ГУЛАГ. Выживите в нем, вернетесь в бой. Они готовы к бою. Слышали нас, что ли? Пока вы ждете, вот можете знал. Наговорить врагу гадости. Или кинуть в него пару булыжников. Кто именно с этой стороны, блин? На самолет они не будут. С монеткой жест не работает. Скоро ваша очередь, готовьтесь. Да тут да, у них жесты не работают, они побеждают. Если победите, вернетесь в бой. Если проиграете, война для вас закончится. Ваш союзник проиграл в драке. Нам пришлось вернуть его. Или захватите. Поздравляю, вы возвращаетесь на фронт. Они где-то еще где. Ты да, у них бегаешь там? Подо мной тут топает. Вон двое, еще один за грузовиком. Работаю по цели. Вот пометил. Пункт бегает назначения тут. Здесь. Я выберу. Сборный пункт указан. Оббежал туда, в угол. Зашел в дом. Да. Мне пушку дали, кстати. Патроны надо. Там надо того тебе залутать. У него по-любому есть. Ну, там этот сидит, наверное.
Но он внутрь дома зашел. Мы вдвоем, мы можем попробовать что-нибудь сделать. Перезарядись. На второй. Они там уже, блядь, где-то сидят. А вот и медстанция. Бабки, пошли выкупим. Пойдем. Ага, станция покупок. Выбросил что-то. Да, я выбросил. Не хочется. Что? Работать не хочется. Да. Да. Я буду играть. Ящик, что ли? Да-да. Давай, скидывай. Подождите, а мне можно припасы? Ну, тут есть какие-то. Тут есть. Говёные. А еще есть? Возьми есть. Вот этот. Пулемёт. Я взяла, такой. Я взяла, спасибо. Да, я взяла. Пошли влево в дома. Сборный пункт указан. Ты инвалид, поднимайся, блядь. Я что, патрон этих брони нету? Там броня! Нету. По-любому. Тактический пик. Сборный пункт указан. Там броня! Да надо, блядь, отметила патроны, на блядь. Патроны среднего калибра. Среднего калибра. Облако газа расширяется. Безопасная зона теперь в другом месте. Сейчас упадет комплект, да или нет? Да. Посылка с комплектом уже в пути. Одна. Контракт на ликвидацию. Охота начинается. Отметил пункт назначения. Я передумал. Вот тут было движение. Цель на ликвидацию подтверждена. Разберитесь с ней. Скоро на пик пойти. Сборный пункт указан. Пойдем. С вами. Скольжение какое-то говёное, не нравится. По-моему, было лучше. Про
Берите, кому надо. Так, я вернулась. Спасибо, что сказал, что ты уходила. Да, вы не знали? Нет. Я только понял, что лучше стало играть. Ой, не ври. Шахта. Бункер тут какой-то. Здесь магазин внутри. Только денег нет у меня. Чтоб там что-то покупать. Где-то, да. Здесь были. Да. И поднялись наверх, возможно. Так, узнаем. У нас есть БПЛА. Найдите их всех. Пункт назначения Горный здесь. Пункт указан. О, понятно. Поднимаемся. Да. Отметила наш сборный пункт. Нет никого. Ну, один танк, который был. У да, магазина. Там еще идут. Обнаружена станция покупок. Есть. Отметила наш сборный пункт. Вон я вижу. Он закрывает их. Газ приближается. Отмечаю новую безопасную ты зону. Ты к магазину? Да, они закрывают. Он еще внизу бежит, смотри, слева, справа, то есть. Время вышло. Смотри. Задание провалено. Идет распродажа. Станции покупок снизились. Блядь, куда снайперка-то стреляет вообще? Какую, блядь, кожу? Атакую противника. Бомба, работаю, да, по цели. Ты, мы далеко из зоны. Отметила наш сборный пункт. Вот здесь. Наблюдаю противника. Ой, еще Чейку слева. Снял. Так, давай выше поднимемся. Тут два склада. А, вот вижу. У нас магазин, так что это. Поднимайся, Алис. Сейчас. И тут можно подняться вообще? Ну, вот я уже поднимаюсь. Бля. Газ уже рядом с вами. Газ, блядь, надо уходить. Бегают там внизу. Вон двое. У магазина. Пункт один назначения тут. Здесь. Вот второй. Контакт. Я пойду этот ящик с патронами куплю, Бэпо. Понятно, у меня патронов нема. А их сейчас зона закроет, блядь. Они успеют подняться. Цель изменилась. Защищайте эту позицию. Ну, они могут подняться. Вот один бежит. Лёха, даю. Упал вниз. У нас есть БПЛА! Найдите их всех! Блин, сколько же патронов-то надо, чтобы убивать? У нас есть БПЛА! Найдите их всех! Так, я отсюда-то выйду потом. Тут что-то я сижу. Уходи уже. Сзади могут еще подняться. Отмечаю точку сбора. Да. Вот это надо закрывать, они левее идут. Сборный пункт указан. Кто-то кого-то выкупил у магазина. Да это я. Нет, а, не. А, да. Это флаг. Блин, чуть не упал, вон бежит. Ну, он не поднимутся, скорее всего. Да, им хана. Там еще один бежит. Вон еще. Ой. Один поднимется. Мы сейчас доделаем. Разведданные получены. Молодцы. Пять бабок немножко. Вот здесь бежит. Целит противника. Мы поднимаемся сами. Газ в котловане в этом. Отмечаю новую безопасную. Вот еще. Ой-ой-ой. Цены стали прежними. Я упал.
Внимание, бойцы! Я в тебя. С деньгами сброшен. Не надо, не захватите прыгай. Его. Не, я не прыгаю, просто что у тебя справа, чувак. Я понял. И два. Один тяжелый у тебя. Добил. Не, где-то тут. Отметил. Слева еще один. Контакт. Это туда. Убили. Команда уничтожена. Патрик есть? Есть. Сейчас зона пойдет. Уходи. Ну, он там собирает патроны. Ухожу. У меня патроны тоже есть. Этот ящик. Может, да. У него подобрать там? Газ приближается. Так-то, конечно, мы зря с горки слезли. Нашел контракт, ликвидация. Я убили его. Вот здесь. Сейчас я патроны подберу у него. А, подбирай. Цель на ликвидацию подтверждена. Разберитесь. Можно он их закрыть так как раз. Сверху. Вот тут было движение. А, блин, тут елки. Ой, смысле, пальмы. Елки-палки. Да. Давай левее. Сейчас посмотрю еще раз. Вот тут получается. Здесь торговец. Где-то здесь, по-моему, под нами. Сборный пункт указан. Можно на магазин пойти. Хватит на патроны, нет. Риска там одна. Я иду. Сколько это стоит? Да. 4500 у нас. 500 хватает. Можешь купи ящик. Отметила продавца. Можно не сразу сбрасывать попозже. У меня есть ящик. Нашла патроны среднего калибра. Обозначена новая безопасная зона. Ну купите кто-нибудь еще один. На всякий случай. Нам сейчас в концовке пригодится. Ящики все открыли заново. Хватает. Сейчас зона пойдет. Так. Газ уже рядом с вами. Давай аккуратно. Самолет. Вижу транспортное средство. Война. Вот тут было движение. Че, вот тут, туда, на метку. Там челики вон бегут. Наблюдаю противника. Я знаю. Полевая модификация. Дэвид, склад. Противника. Тут перестрелка была сейчас. Вон он. Тихо. Работаю по цели. Время вышло. Задание провалено. Цель на ликвидацию отмечена. Пора ее прикончить. Это снайперка, здесь посижу. У нас в доме. Вот еще бежит. Целить противника. Горный пункт указан. Ну, помогите. Отметил пункт назначения. Вот здесь, на втором этаже. Двое у меня, на первом. Уходи, уходи оттуда. Меня убили. Ой, ко мне приземлился. Остались 25 бойцов. Да. Если вы погибнете, мы обречены. Действуйте. Сейчас, вот. Магазинов уже нет, все. Да.
Идите в новую безопасную зону. Облако газа расширяет. Они начали кластерную бомбардировку. Берегитесь! Посылка с комплектом уже в пути. Цель уничтожена. Чудесно! Явно враждебная! Возьми этот контракт. Он заебал. Нашел контракт, ликвидация. Пищит, блядь. Тебя в конце дома. Тихо! Я засек противника. Осталось 10. Продолжаем атаку. Облако газа расширяется. Безопасная зона теперь в другом месте. Газ приближается. Осталось всего 5. Покончим с этим раз и навсегда. Я себе, блядь, богач. Повышит обратно. Пачка. Вижу транспортное средство. Отменяю запрос. Хорошо. Вот тут у тебя. Тихо! Я засек противника. Горел красный. Жалко нету. Жалко нету авиаударом. Где тачка? Приближается газ. Обозначена новая безопасная зона. Газ движется. Блять, эти горы, это просто пиздец, ну. Право каши. Ага. Сзади. Обозначена новая безопасная зона. Газ движется. Пока время есть. Он один остался, где им поесть. Да. Они не могут связать. Ага. Вот так вот бывает. Да. Автоматон, ёпты.
Ноль пивов. Этой отправляйте. Владу. Чё? Я Лизе говорю, фото тебе отправляйте, Владу. Фото отправляйте? Но. Что он любит, когда первое место занимает? Кто-то другой. Ну, сегодня три раза уже нормально. Я за два года, блять, один раз только выигрывал. Годовой рекорд побит. Ладно, я поехал. Давайте, может, попробуем.